Отель Приморье. Третий корпус. 4 звезды. Есть еще один корпус. 4 звезды. И где-то 6 трехэтажных зданий. 3 звезды. Это вот пляж отеля Приморье. И слева от кафе, в котором сейчас нахожусь, тоже точно такие же зонтики, шезлонги. Такая же часть пляжа с другой стороны отеля Приморье. Вот. Всегда все очень комфортно, всем хватает лежаков, зонтиков. Отель расположен от моря через прекрасную белоснежную набережную. Полностью все в соснах. Набережная длится 14 километров. Полностью ухожена. Плитка, цветы, сосны. На пляже насыпной песок с галькой. То есть около километра. Вообще по побережью из 14 километров насыпали песок с галькой. На пляж могут прийти посторонние лица, заплатив 1000 рублей за человека за шезлонг. Геленджикской бухты. А это кафе. Очень уютное. Можно посидеть вон там на улице. А можно вот в этом красивом помещении. Видом на закат, с видом на море. Цены демократичные, вкусно.